Совсем недавно вся страна отметила 91-летие гражданской обороны. Именно она выполняет задачи по защите населения при военных конфликтах и от чрезвычайных ситуаций. В честь этого праздника в ситуационном центре Республики Дагестан прошла познавательная и интересная экскурсия для детей. Маленьким гостям показали спасательное оборудование и пожарную технику, которые применяются во время чрезвычайных ситуаций. Также школьники получили возможность применить средства защиты органов дыхания, защитные костюмы и головные уборы. Пожалуй, самое главное желание ребенка – это посидеть в пожарной машине и почувствовать себя пожарным. Их желание, конечно же, осуществилось. Самой первой задачей гражданской обороны – это подготовка населения. В целях подготовки подрастающего поколения в ситуационном центре главного управления развернуты учебные точки, проводится экскурсия, показывается детям работа оперативных служб, оперативной дежурной смены ЦУС главного управления и службы 112. В образовательных учреждениях республики проводятся занятия по безопасности жизнедеятельности населения. Ребята также увидели работу дежурных операторов, принимающих звонки по телефону спасения 112. Дети узнали, что эта система позволяет гражданам получить помощь в любой из экстренных и оперативных служб. Кроме того, ученикам показали то место, куда стекается вся информация о происшествиях и возможных рисках их возникновения – Центр управления в кризисных ситуациях. Все гости были довольны экскурсией и получили много положительных эмоций. В конце встречи дети поблагодарили организаторов мероприятия и пообещали соблюдать все правила пожарной безопасности.